Знамение конца света. Когда и где появятся народы Гога и Магога? Последнее время, благословенное время, когда после долгих лет смуты, страданий и голода на земле воцарится изобилие, благодать, настанет столь долгожданное всеми верующими господство благой морали, божественной веры. В хадисах пророка Мухаммеда, да пребудет над ним мир и благословение Всевышнего, нам переданы сокровенные знания о сотнях знамений, которые укажут нам на то, когда и как наступит последнее время. И время, в котором мы живем, показывает нам одно за другим свершающиеся знамения, о которых нам было сообщено 14 веков назад. В Коране сообщается, что одним из главнейших знамений наступления последнего времени станет возвращение народов Гога и Магога, в арабской транскрипции Яджуджа и Маджуджа. Пророк Мухаммед в одном из своих хадисов передал нам знание: «Не наступит конец света, пока не свершатся 10 знамений. Солнце взойдет с запада, покажется дым, появится зверь, народы Яджуджа и Маджуджа, снизойдет Иса, сын Марьям, и произойдут 3 великих землетрясения». Но кто они, народы Гога и Магога? Когда и как они появятся вновь? Эти вопросы на протяжении многих веков вызывали большой интерес среди всех верующих: мусульман, христиан и иудеев. О появлении и сути этих двух жестоких и беспощадных народов были написаны многочисленные труды и исследования богословами всех конфессий. Ведь народы Гога и Магога упоминаются также и в Торе, и в Евангелии. О народах Гога и Магога до сегодня было написано множество книг и исследований. Однако единственно истинное знание о них мы можем почерпнуть только лишь из аятов Корана, хадисов пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям, и трудов величайших алимов ислама. В хадисах также упоминается, что народы Гога и Магога и зло, которое они сеют, будут уничтожены только тогда, когда Мессия Иса будет второй раз ниспослан на землю. Пророк Мухаммед сообщает нам, что именно молитвы Мессии Исы, мир ему, прекратят хаос, зло и жестокость, которые распространяют эти два народа. Как сообщается в хадисе, Всевышний Господь своей милостью примет молитву пророка Исы и иссушит, истребит род Гога и Магога. В одном из хадисов передается, что пророк Иса, мир ему, сказал пророку Мухаммаду во время мираджа, ночи вознесения на небо: Гога и Магога начнут нападать со всех холмов. И куда бы они ни вошли, они истощат все источники воды, разрушат все, что встретят на своем пути, стирая все с лица земли. Люди будут умолять Аллаха о помощи. И я, Иса, буду молиться Аллаху и просить Аллаха уничтожить племена Гога и Магога. Господь примет мою молитву, и на земле будет ощущаться омерзительный запах, исходящий от их грязных трупов. Я опять буду молить Аллаха. Аллах нашлет на них наводнение, и эта вода смоет трупы их жестокого племени в море.